Физорг Михаил Сергеев собирает руководителей служб и подразделений трубопрокатного цеха номер один на построение. Говорит, что эта шеренга состоит из белых воротничков. Только чтобы мастера были. Тут старший мастер и два сменных мастера. Ну, день-ночь, которая занята, они на работе. Более десятка лет назад спортивные соревнования между сменами и бригадами придумал проводить тогдашний председатель цехкома Михаил Елисеенко. Традиция прижилась. Более того, в коллективе решили, что спорт – это благо не только для тела, но и для производственного плана. Задумка была, чтобы мастера вне цеха общались между собой, чтобы отношения у них лучше, чтобы познакомились ближе. Потому что, ну, чем лучше отношения между мастерами, тем проще решать потом производственные вопросы. Андрей Беляев – один из ведущих инженеров цеха. Говорит, что сегодня мастер в цехе – это что офицер. Он должен быть сильным, ловким, подтянутым. За таким мастером идут и рабочие. Например, сегодня Андрей решил обязательно выиграть в гиревом спорте. Другие, говорит, пусть себя покажут и у футбольных ворот. У нас тут 7 видов. 4 вида обязательно. Штрафные броски, баскетбол. Пенальти, футбол, стрельба, дартс. Это каждые 3 человека все это выполняет. И 3 вида силовых. Подтягивание, отжимание, гиря. Там каждый участник по выбору. Вот кто-то гирю этот самый толкает, кто-то подтягивается. Субботнее утро в ФСК Северского трубного завода прошло под флагом трубопрокатного цеха номер один. 18 команд, в каждой по 3 человека с разных участков и служб соревновались на ловкость. Повыше, повыше. Вот. Вот. Может, тогда сейчас. Физорг цеха объясняет, что раньше в цель вот так стремились попасть на природе, а не в тире. И это были турслеты. Но со временем оказалось, что так много людей собрать становится все сложнее. Ведь для турслетов нужны были освобождения от работы. Физкультурно-спортивный комплекс оказался предпочтительней. Сюда никто не ленится приходить и субботним утром. Это действительно так. Надо встать, перебороть себя, прийти и позаниматься вот этим видом спорта. Любым видом спорта, который сегодня у нас здесь планируется. И затем вот это, оно превращается в традицию. Вот мы из года в год традиционно проводим вот такие соревнования. Я очень доволен. Это дает нам возможность побеждать в других соревнованиях, которые проводит завод. И я очень горжусь своим ИТР-ским составом и, в первую очередь, своим, так сказать, тренером, это Сергеем Михаилом. Осталось совсем немного времени до того, как будут объявлены победители субботних соревнований. Ольга Фролова, Сергей Чижов, новости нашего города.